Ну что, у нас появилась парикмахерская. Что вы делаете? Ну что тут? Стайл новый. Какой вы думаете, он получится? Выпрямляю. У женщин же все просто. А это же... Если волосы кривые, надо исправить. Я хочу рыжий. Такой огненный. Сделай мне рыжий. Рыжий. Огненный, да. Я хочу вставки линзы такие зеленые, как у кошки, вообще яркие. Нет. Ну, я сейчас тебе придумаю одну тему интересную. Нет, сделай мне такой образ, какой я хочу. Какой? Зеленые глаза? Да, рыжие огненные волосы и зеленые глаза вот такие. Нет. Да, темные такие, понимаешь? Темные изумрудные глаза. Ты когда-нибудь видел изумрудные глаза? Я покупала линзы изумрудные глаза. Это офигенно. Это круто, вообще. Смотри, Палыч там нормально уже все подготовил. Палыч, ты красава вообще, на я тебя люблю, братан. Я тебе все, Палыч, я тебе вообще все напишу, нахуй. Вообще, все напишу. Давай, пиши все, прям, если такая мать пошла, блядь, давай пиши, он и заебал. Ну и правильно, накормим толпу народу ЛСД, нахуй, на природе. Да, короче, это отписывайте, в контакте можно, блядь. Я даже с Матом не согласовал, и дальше, прям, сам понимаю. Ну все, давай, Палыч, я тебя люблю. Давай. Так, Михалыч? Ну, конечно. Ну, Палыч, я так понял, там что-то придумал. Природы. Тебе нравится, когда тебя снимают? Нет. Почему? 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 А ты была уже в Москве? Ряба. О. Что такое? Почему тебе нравится, когда тебя снимают? Ну как, почему? Что? Я могу рассказать про то, какой я умный. Да, мне тоже поумнить нравится. Поумнить могу. Ага. На камеру. Да, еще да. Что-нибудь показать. Я могу рассказать всем проповедь. Уважаемый Ряба, что вы думаете о возрождении Земли? Когда? Когда и как? Думаю, что все будет нормально. Когда? Я хочу сейчас. Все будет нормально. Ну не будет. Сейчас я хочу. Сделай мне сейчас возрождение Земли. Прямо вот тут, вот под балконом. А вот тебе вот оно есть. Не-не-не. Я и так уже сделал два раза. Нет, ты не сделал. Ты не до конца сделал. Не-не-не. Дальше. Иди еще дальше. Я тут что-то мучу. Нихуя непонятное. Но должно получиться в конце нормально. А, то есть даже какая-то идея есть? Конечно. А, нифига ты. Я думал, ты сейчас чисто в реале креативишь. Как? Чисто в реале креативишь. Да. И это тоже, да? Да. Окей. Что-то мучу. Вари, Саня. Сегодня у Миши будет новая прическа. Вот, Миша вот так хуяк делает. Не-не-не, не так надо. По-другому будет. Вообще по-другому будет. Вот так, да-да-да-да-да-да. О, я уже видела байкера. Слышишь, я увидела байкера. Давай уже байки нам. Байкера? Байки. Байки? Да, нужны байки. Хорошо. Всем нам нужны байки. Хорошо. Будем ночными волками. Хорошо. Расскажу пару штук. Да. Есть кое-что у меня. А потом ты меня покатаешь. Я буду у тебя сзади ехать. За тобой. Вообще круто. Хочу так. Может быть, я из-за этого хочу байк, чтобы ты меня просто покатал.
там, да? Ну, рядом я тоже попаду. Хочу. Ну, я тебя покатаю на байке. Покатай, покатай. А где он у тебя? Да-да-да, ладно. Ну, вот так. Вот так вот, да? Угу. Чё, нормально? Чё б нет-то? Конечно, нормально, ебать. Нахуй, блядь, супер креативно. Ты чё, на? Сними меня. Смотри. Так. А это чё за штуковина? Она чё, переворачивается? Да-да-да. Ну-ка, ну, как там, бля? Опа, на. Ну-ка, покажите мне. Чё замутил? Так, выше голову. Выше? Выше голову. Вот так, нахуй. По куху. Вот, ну. Дам. Как эта прическа называется? Бля, ну. Это она. Это что-то такое, знаешь? А, я вроде начинаю догонять. Что это за прическа? Это что-то такое с намеком. Вот. Не знаю даже. Не знаю, как это объяснить. Хорошая просто прическа. Интересно. Я научился расчесывать волосы. А ты себе порасчесывал? Я сам себе? Не-а. Давай. Ну, блин. Ну, хрена такую, короче, типа волосы расчесывать.